Строительство перинатального центра – задача государственной важности. Такую формулировку озвучил председатель правительства Дмитрий Медведев во время своего визита в Ульяновск. На данный момент на строительные площадки перешли к одному из самых сложных этапов – установки инженерных сетей. Сегодня у строительной компании, которая занимается стройкой, 250 миллионов уже находится на счетах. И этого достаточно для того, чтобы выполнить необходимый объем работы на первом этапе. С работой центра ознакомился губернатор Сергей Морозов. Он провел заседание профильного штаба, где выслушал строителей и медиков о текущей ситуации в центре. Традиционно, так сказать, говорим о порядке там 9 таких крупных вопросов, которые касаются напрямую вот той площадки, на которой мы находимся, еще строительно-монтажной работы. Это второе – оборудование, третье – кадры, четвертое – жилье и социальные гарантии. Помните, да, мы об этом тоже говорили. Пятое – подготовка к лицензированию. Список дополняют вопросы содержания и функционирования здания, благоустройства территории. Центр должен быть сдан в четвертом квартале этого года. Вопрос отработан и по медицинскому оборудованию. Проведена закупка медицинского оборудования, она находится на складах. Это что очень важно. Отработаны закупка и бытовой техники, начиная с компьютеров, заканчивая микроволновыми печами. Все, что необходимо для функционирования центра. Губернатор поручил к 15 июня подготовить план-график проведения работ по лицензированию центра и благоустройству территории. На заседании было решено создать группу по контролю за строительством центра. Туда войдут активисты, медработники и общественные деятели. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.